Ты что, проснул? Нет, я прошел сквозь нее. Нифига себе. Ты можешь попасть? Ну, вон в тот шкаф. Да и запросто. С радостью посмотрю, как он мажется в дверь. Зря так думаешь. Ого! Ничего себе! Он и вправду прошел сквозь дверь? Да. Вы еще его, наверное, не знаете? Нет, я знаю. Ой, что-то мне вдруг так полежать захотелось. Ну и лежит. Монтаус, можно тут открыть дверь? Хорошо. Звали? Да. Ну что ж, я выхожу. А кто дверь закрыт, а? О, господи, как всегда я. Хоп! Матео, береги! Ну, как я вам? Матео, мы не перестаем тобой восхищаться. Спасибо. Матео, ты мой друг навеки. Это мой тоже. Ну что ж, ты еще не видел гамока и нулока. С радостью увижу. Думаю, сейчас нам надо прилечь отдохнуть. У вас есть дом? Конечно. Вон там. А что надо сделать, чтобы пойти? Просто подойди очень близко. Я побежала домой. Заходи, ребята.